25 марта в строй японского флота встал крупнейший для страны вертолетоносец со времен Второй мировой войны. Об этом сообщили морские силы самообороны Японии. 248-метровый миноносец-вертолетоносец типа «Идзума» начали строить в январе 2012-го. На таких кораблях императорский флот Японии во время войны сражался в Тихоокеанском регионе с американскими ВМС. Согласно своей конституции, Япония не может прибегать к войне как способу разрешения международных споров. Однако в последнее время японские власти все чаще говорят о наращивании боевого потенциала страны. Так, премьер-министр Японии Синдзо Абе пытается в законодательном порядке внести изменения в Конституцию, которые бы разрешили Японии помогать своим союзникам, ведущим боевые действия. Даже само судно, хоть и называется вертолетоносцем, но по размеру и дизайну очень напоминает американские универсальные десантные корабли. На торжественной церемонии министр обороны Японии сказал, что условия, в которых находится страна, за последние 70 лет очень изменились. Япония стала мирной страной, но сейчас, спустя 70 лет, обстановка с безопасностью, в которой мы находимся, еще более плохая. Располагаться новый вертолетоносец будет среди своих меньших по размеру собратьев на военно-морской базе близ Токио. Там уже находятся силы 7-го флота ВМС США.